Буквально на прошлой неделе губернатором одобрен ряд региональных программ, разработанных в рамках федерального нацпроекта здравоохранения. Так, программа по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями предполагает переоснащение регионального сосудистого центра УКБ и первичных сосудистых отделений Кинешемской и Шуйской ЦРБ и больницы номер 3 города Иваново. На это и не только. В текущем году предусмотрено более 130 миллионов рублей. По программе «Борьба с онкологическими заболеваниями» также будет приобретено новое оборудование для диагностики и лечения рака. Для ранней выявляемости болезни откроют 5 центров первичной диагностики. Первый уже в этом году на базе Шуйской ЦРБ. Финансирование данной программы в 2019 составит более 1,5 миллиарда рублей. Мы на одном из заседаний правительства разбирали бардак, который был с очередями у нас в онкоцентре. Я просил вас, Артур Мирабович, там побывать, я так понимаю, побывали, и работа сейчас изменена. Вы на этой неделе обязательно сходите и покажите средства массовой информации, что поменялось, поговорите еще раз с больными, что не устраивает. В общем, это надо довести до результата окончательного.